Сатурн. 3 октября 2019 год. Харьков, 19:09 по Киеву. Начали с Сатурна как наиболее удаленного объекта, 1,5 миллиарда километров. До красавца, до этой яишенки, глазунья. Но сейчас мы снимать будем сближение Луны с Юпитером, или Юпитера с Луной, на небосводе. Вон они рядышком, близенько. Не хочет фокусироваться фотоаппарат, да? Отказывается. А так хотелось посмотреть Галилеевы спутнички. Возле Юпитера. Но сегодня у нас опять, как и всегда, дымка, мрявка, смог. Юпитер видно хорошо, а 4 галилеевых спутника не громульки. Ну хотя еще с полчасика назад было что-то видать, но Юпитер все ниже к горизонту, соответственно все больше смога, все больше дымки, грязи. Круче городских комфортностей. Да нет, даже намека не вижу. Не Калисты. Ну бог с ним, не будем тратить время, посмотрим на сближение. Красавица Луной. Красиво. по-моему, 380 тысяч километров сейчас до Луны. Почти в перигее, на ближайшем расстоянии 357, а сейчас, или 356, а сейчас 380, насколько запомнил верно, на сегодняшний день. Ну, вот сон рядышком. Три угловых градуса. На что фокусироваться, фотоаппарат не разберется. На Луну, которая в 300 тысячах километров, 400, или на Юпитер, который 840 миллионов километров. Ладно, бог с ним. 3 октября 2019 год, Харьков, 19:14 по Киеву. Скоро будет сближение Луны с Сатурном. Будем надеяться, тогда этой дымки не будет.